Тут вот такие пушистые травки растут. Думал здесь постоять, а он такой мягкий. На нем можно посидеть, конечно. Ай-яй, колется! Ай! Они колются. Вот где такой? Они колючие. Когда будете в Дагестане, на Сулакском каньоне, не вздумайте садиться вот на эти вот пушистые растения. Они с виду только такие милые и пушистые.